Ребят, я никогда в жизни ничего не видел красивее этого. Я не могу передать свое счастье. Я купил булочку. А вот и Галатский мост. Наконец-то мы дошли. Длина почти 500 метров у него. И он известен еще рыбаками. А снизу рестораны. Так что если вы любите морепродукты, рыбу, что-нибудь такое, то снизу можно поесть. Вот на первом этаже. Я сейчас нахожусь около Галатской башни, она находится на холме Галата. Ее высота около 60 метров, но над уровнем моря она находится 145 метров где-то и является символом Стамбула. Туда, по-моему, можно залезть, сейчас пойду посмотрю, сколько стоит билет. Но я думаю, оттуда вид открывается невероятный. О, вот эти булочки очень вкусные. Я поднялся здесь, очень красиво, вход стоит 25 лир. И отсюда не хочется уходить вообще никогда. Я вам не могу описать, как я влюблен в этот город. Это все видео будет о том, как я люблю Стамбул. Слушайте, и ко мне все просто обращаются на турецком языке, потому что все думают, что я турок. Куда бы я ни подошел, в магазин, в кафешку, все со мной только на турецком. И только что подошла ко мне женщина и спросила на турецком, когда идти до метро. Я, в принципе, 50% понимаю, о чем они говорят, то есть смысл, все я понимаю, что бы ни сказали, но ответить я не могу. Весело. Я сейчас гуляю по какой-то пешеходной зоне, здесь куча магазинов, разные бренды. Ну и те, которые даже у нас есть, тут кафешки, кофейни. Похоже что-то на Арбат, только, конечно, в миллиард раз круче, потому что на Арбате у нас практически ничего нет, там только еда. Я не знаю, как она называется, но я посмотрю в интернете, когда уже приеду в Гонконг, и где-нибудь здесь подпишу, наверное. Я извиняюсь, я все гуляю по улицам Стамбула и вообще ничего не снимаю, потому что, я не знаю, мне не хочется снимать. Мне так нравится просто гулять вот по таким улицам. И, я хотел сказать, здесь столько кошек, везде одни кошки, и какое-то у них к кошкам такое милое отношение, потому что они им обустраивают на улице домики, кормят их. Ребят, я сейчас буду кататься по морю, по заливу, ветер дует очень сильно. Я сел просто на обычный пароход, который стоит 4 лиры. Это не экскурсионный, он куда-то поедет, короче, я не знаю куда. На третьем этаже, и здесь есть такие лавки. Я думаю, меня не будет слышно, поэтому я просто сниму всю красоту этого прекрасного города. It feels away. я целый час катался, очень классно провел время, за 4 лиры всего лишь. И я приехал обратно сюда, в центр. Сейчас пойду, наверное, кушать, потому что я до сих пор не кушал. Я только позавтракал, как прилетел, а потом съел 2 булочки и все. Короче, пойду искать еду. И солнце уже садится, так что, наверное, скоро я буду заканчивать или просто буду рассказывать про жрачку. И все. Все, я пришел в кафе и заказал рыбу. Она стоит 25 лир. И заказал чай. Чай стоит 5 лир. И они бесплатно еще хлеб принесли, что-то такое. И здесь просто прекрасный вид на море. Чайки летают. Это на мосту как раз, на Галатском. Все, уже ночь. Стамбул уже весь светится, а я пойду гулять по улочкам. И, наверное, потом зайду в чайную, чтобы поесть сладкого, попить чая. Но я вам покажу. Вот. И, кстати, вот туристов вообще нету. Посмотрите, все пусто. Очередей нигде нету, поэтому в этом плане январь — это отличный период для путешествия в Стамбул. Но прохладно, конечно. Ну, как бы после Москвы, мне кажется, что очень тепло. Особенно днем вообще было отлично. Прям весна такая. Сейчас попрохладнее стало. Все, ребят, я уже в Гуанчжоу. Сейчас 11 часов вечера, я снимал деньги, еду домой. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх обязательно. И пишите комментарии про Стамбул, вообще про Турцию, что-нибудь. И до новых встреч. Пока.